Зима пришла, и сегодня мы испытаем все ее капризы. Мокрый снег и лед под ногами. Похолодает на востоке республики до 7 градусов мороза, кое-где туман. Не лихачить и сохранять дистанцию советуют сотрудники ГИБДД. А чтобы снизить аварийность, на 16 трассах республики запретили обгоны и ввели ограничение скорости. По данным инспекторов, аварии там происходили чаще всего. Однако после того, как установили знаки, дорожных происшествий стало меньше.